Эти лагеря Черноморского и Азовского побережья соблюдают все необходимые условия для отдыха детей. В список вошли все крупные анапские здравницы – ВДЦ «Смена», санаторий «Вита», «Жемчужина России», «Энергетик», «Янтарь» и другие. Отдохнуть здесь можно комфортно и безопасно. Так считают в Роспотребнадзоре края. Также успешно прошли проверку небольшие и даже палаточные лагеря. Полный перечень здравниц, к которым Роспотребнадзор не имеет претензий, опубликован на официальном сайте ведомства, адрес которого указан на экране.